Мы сегодня гуляем в Куала-Лумпуре, у меня сегодня день рождения, и мы поехали изучать этот один из крупнейших азиатских мегаполисов. Здесь уже полным ходом подготовка к Рождеству, все украшено, красиво, все покупают подарки. Вот. Ну, после Шри-Ланки это как попасть в Нью-Йорк. Вот. Ну, смотрите сами. Меня видно там? Да. Меня видно, да? Хорошо, голова на месте, все на месте. Да, всем привет теперь от меня. И вот мы приехали в Куала-Лумпур. Наконец-то мы уже, ровно мы неделю как прилетели в Малайзию. Но мы так и не выбирались в Куала-Лумпур. Мы все время стояли на нашей бамбу-вилледж. И никуда не выбирались. А сегодня вот в честь Настиного дня рождения мы решили поехать в Куала-Лумпур. Наверное, уже 50 раз сказал Куала-Лумпур, но я в восторге от этого города, особенно после, как Настя уже сказала, Шри-Ланки. Здесь такая цивилизация, здесь большая культура. И здесь очень громко, и вот можно посмотреть, все гудят, Рождество, подарки. Очень интересно, но единственное, здесь жарко, и здесь нет снега. Мы сейчас направляемся к главной достопримечательности этого города. Это, как они называются? Башни Петрона. Башни Петрона, самые высокие башни-близнецы в мире. Вот, мы еще обязательно оттуда видео снимем какое-нибудь и передадим вам оттуда. Всем привет. Погнали к Петронасам.